Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Epic Games 007. Мы продолжаем играть Skyrim. Играем мы на уровне... На уровне сложности мастер. Это предпоследний уровень сложности, потом идет легендарный, самый последний. Думаю, что на самом последнем же легендарном я пока что играть не буду, особенно под запись. Мы играем за мага. Так получилось, что начальные самые ролики, самое-самое начало у меня, я их перезаписывал несколько раз, но они были испорчены, и я решил сейчас обойтись без них. Я думаю, что те, кто будет смотреть это прохождение, для них это будет не слишком большой проблемой, потому что таких прохождений очень-очень много уже, да, и это прохождение задумано быть уже таким эпическим прохождением. Поэтому ничего страшного, если там будет начинаться не с самого начала. Итак, у нас на пути есть Драугер. Нам надо его как-то пройти сейчас. Довольно-таки сильный. Единственное, скажу, что у меня проседает сейчас FPS, поэтому у меня немножко не так попал. Фига себе, он нам снес больше половины. Так, товарищ. Товарищ Драугер. И это, давай, не того. И давай, гори там. Мне вот, честно говоря, вот в Скайриме не хватает возможности создавать заклинания, как в Моровинде. Куда-то можно было изначально уже с начала игры создавать заклинания. По-моему, здесь такой возможности нет, я точно не помню. И также по зачарованию тут, по-моему, они не сделали. Ну, что говорить, все-таки Моровинд это была игрушка. Игрушка была, так скажем, на века. Я буду еще ее перепроходить, скорее всего. Так, пока бежим, пока мана у нас сейчас восстановится. Заряда. Он бьет довольно-таки сильно. Ну что ж, я думаю, что как раз мои зелья тут мне помогут, почему бы и нет. Вообще я рассчитываю не слишком много тут разговаривать на самом деле. В течение этого прохождения. Снова будете смотреть, как все. Ой-ой-ой-ой. Так, нам бы сейчас зелье магии выпить не мешало бы, но, честно говоря, у меня, по-моему, уже нет этих зелий. Уже, по-моему, все оно закончилось. Так, ну что, красавчик, иди ко мне, давай. Да, у него удары довольно-таки сильные. Он меня и не сносит с одного удара, но тем не менее. Тем не менее, он очень-очень к этому близок. Блин, да что ж такое-то? Он меня сейчас походу вынесет. Магии мне не хватает, зелий магии у меня нету. Кстати, мы можем сейчас взять новый уровень, повысить себе качество магии. Так, магия, отлично. Увеличиваем магию. А что мы можем увеличить? Можем взять, наверное, сюда. Посмотреть здесь, что у нас есть. Вот это что? Двойную. Ударную волну.
улучшение. Да, у нас не хватает еще навыков разрушения. Поэтому я даже не знаю, что мне лучше взять. Двойное восстановление. Ученическое восстановление. Давайте-ка. Воин и лучше магия, почему бы и нет. Вообще будет еще. О, все, мы сейчас его зажарим. Потому как нам дали ману за новый уровень. Ай-яй-яй-яй, что-то я не поделаю. Так, ты это. Драл, потом смотри, аккуратно меня не убей. Я, конечно, все понимаю, но убивать на меня не надо. Где ты есть? Блин. Да, он с нами еще разговаривает. Так, ну сдохни там уже, сколько можно, все. Есть. Молодец, дрон. Так, и что нам за него дадут? Нам за него дадут, в принципе. Ничего особенного нам за него не дадут. Гранат, золото, костная мука. Так, ну что ж, можно двигаться дальше. Там дальше противник будет посерьезнее там. А здесь я не помню, были ли здесь какие-то сундучочки сверху или не было. По-моему, нет там еще. Я не покажу. Хотя, конечно же, не факт. Я думаю, что я еще буду использовать пару своих модов, которые я сам сделаю. Потому что раньше я увлекался тем, что мододеланием для Скайрима. Я делал пару модов, ну, таких, в принципе, не сильно сложных. Как, допустим, себе сделать какого-нибудь напарника. Или пэта себе сделать животное. У меня был пэт такой, назывался Лютоволк. Довольно-таки... Огромный был волчара, которого была довольно-таки большая регенерация. Убить его было не так просто. И я планировал сделать довольно-таки большой сначала мод, где надо также квест на получение этого лютоволка, чтобы его убить сначала, а потом как бы получить его прообраз. Ну, как это все осталось в мечтах, но хотя сам... Сама модификация с лютоволком, она у меня как бы осталась. Так, мечка, золото, железная стрела, отлично. Ничего особенного. Ну что ж, я думаю, что нам пора. Так. Ты же наш ждет за неизвестность такая. Белый туман, клубящийся в ночи. Долговато он уже грузится, конечно, все. Я надеюсь, он там не повис вообще, потому что обычно какая-то картинка есть там. А, нет, все нормально, все хорошо. А, здесь, по-моему, еще будет несколько этих траугеров. Надо будет победить, сколько я помню. Да, что там за звук? Ага, там ловушка у нас стоит, да? Вот он. А я что, назад пошел, что ли? Вроде бы нет. Вроде бы назад я не пошел. Странно. Ну ладно.
Да что ж такое, да? Странно. Раньше я проходил эти ловушки таким способом, что я просто-напросто стоял на лечение, тупо шел. Все было замечательно. Тут, видимо, урон сильно большой. Поэтому так он сейчас не пройдет. Так. Ну что ж, будем пробовать. Есть. Прошли. Прошли. Отлично. Так, теперь я вижу, что у нас тут пару есть драугеров, да? Которые нас будут атаковать. Так, а здесь где-то у нас... Ага, по-моему, где-то здесь. Вот. Там, где можно сжечь. Вот они, вот они. Идите все ко мне. Давайте, все идите на меня. Да что же вы так неаккуратно-то идете? Так, ну и как вариант, можно, конечно, еще подбить эти лампы, которые вот здесь висят сверху. Да, но он чуть ли меня быстрее убьет, чем я эти лампы себе. Так, а ну-ка мешает драться. Так. Нет, так они меня грохнут, конечно. Если я буду ждать, пока я смогу подбить лампу. Ну, меня, конечно же, тут. А, вот еще есть маслица для поджигания. Отлично, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что я застрял? Чего это я застрял, ну? Чего это я застрял, скажите мне, пожалуйста. Давай, поджигайся, маслица. Есть. Подожгли их, отлично. Отлично. А сдохнул это все. Отлично. Вот так вот проходит со магом почти на самом сложном уровне игры. Так, лук мы возьмем. Стрелы возьмем, золото возьмем. Магию мы возьмем. Так, что еще у нас интересного такого есть? Золотишко мы заберем. Так, тебя что есть? Щит нам не надо. Гранат. Золотишко. Золотишко, золотишко. Так, так, так. Тут ничего интересного. Тут тоже ничего интересного. Так, а куда нам идти, собственно говоря? Кто-нибудь знает, куда нам нужно идти? Я, например, не знаю. Думаешь, куда-нибудь туда? Надо часто сохраняться, потому что один неправильный удар или слишком правильный удар, и все, нас нет. Так, да, это что у нас? Быть железная дверь. Железная. Это у нас раунная ловушечка, да? А здесь надо, по-моему, как золотой коготь. Насколько я помню, если мне изменяет память, здесь должна быть... Сейчас посмотрим. Все правильно помню. Там можно посмотреть, конечно, на золотой коготь. Ну, ладно. А медведь должен идти. Потом должна идти, по-моему, сова. И летучая мышь, либо летучая мышь сова, я не помню. Посмотрим. Открылся?
Значит, наоборот, здесь летучая мышь должна быть. Вот. А здесь должна быть сова. Вот. Я думаю, сейчас должно открыться. Отлично. Вот у меня память. Играл больше года назад. Помню прекрасно. Как оно открывается? Ну что ж. Я думаю, что мы можем сюда зайти. Так, и здесь нас ждет их главарь, самый опасный из всех тралгеров. Какой-то там неупокоенный. Я уже не помню, как его зовут, если честно. Да, сейчас возьмем себе слово силы сначала. Изучено слово силы. Сила, безжалостная сила. Так. Сила. Сейчас посмотрим. Крики. Жалостная сила. Используйте души дракона для изучения крика. Мне нужно еще души дракона взять. Понятно. Я уже все позабывал на самом деле. Так, ну здесь сейчас вылезет чудо, это я помню. Это я помню хорошо, что видите. Да, и он что-то не спешит. Не спешит, он что-то. Да я знаю, что ты кучка, да, конечно. Да, знаю, прекрасно. Так, ой, свалился, блин. Подходящий момент я свалился. Кучка дахов там твоя. Гори. Да, знаешь, кучка. Приколоться. Ты спаси нас от солнца. Да. Тралгер. А хватит кучку, да. Курица что. Так, давай. Иди сюда, будем тебя жарить. Видишь? Жареная курица. Догони меня сначала. Мешок с костями. Ну конечно, кучка, да. Кучка, да, приколоться. Догони нас от солнца. Да, у нас магия, конечно, заканчивается. Мне, честно говоря, не сильно нравится, что магия заканчивается. Ну ладно. Так, ты уже пора там кучку дакать. У меня половинку забрали хотя бы здоровье, нет? Это кучка да, да кучка да. Ух ты ж какой. Какой ты, кучка да, колка. Да, половинку мы уже сняли уже, отлично. Так, достал ты кучку дакать. Давай, иди ко мне. Ты можешь подняться? Он не может подняться, все. Там ты и останешься, кучку дакать. Ага, ты что? Бежал, да? Понял, что там ему стоять не следует. Давай, иди сюда. Чудак, иди. Он нашел к нам дорогу. Он сволочь. Он нашел таки к нам дорогу. Да, здесь МПС не такой уж и тупой, как хотелось бы. Так, ну давай, я жду тебя здесь. Чудаколка, ты где? Иди ко мне. Тут я. Давай, иди на меня.
стапочка. Ну все, ему уже практически осталось немного жить. Может еще раз кучку дахнет там напоследок. Так, ну надо лечиться немножко, да? Блин, а он именно на опережение кучку дахнет. Ладно. В принципе, все. Я думал, честно говоря, что будет сложнее с ним, потому что я когда первый раз играл, вернее, не первый раз, а первые разы, я играл, используя оружие. Было намного сложнее его убить, чем сейчас. Сейчас это довольно-таки легко. Так, брал повелитель драконий камень, железный щит, нордский меч холода, золото. Отлично. Отлично, отлично. Так, у нас тут не запер. Короче, боевой топор. Так, все это берем. Если что, продадим потом. Здесь у нас... Что у нас тут есть интересно? Слабый яд бешенства. Камешек. Камешек, камешек. Шкуда. Шкуда. Три колодца. И спаси, и спаси, и спаси, красавца. Так. Ага, здесь у нас что-то открывается, судя по всему, да? Так, отлично, 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 отлично. Так, так, так. Ну, здесь у нас сундучишка. Перчатки и золотишко. Перчатки нам, в принципе, не нужны. Череп нам не надо, наверное. Все это нужно, в принципе, не надо. И там сверху еще что-то было, насколько я помню. Как тут убраться, я вам, честно говоря, не скажу сейчас. Ладно, не суть важно. Скайрим! Идем в Скайрим! Ну, собственно говоря, видите, даже на этом уровне, почти максимальном, не составило особого труда пройти ветреный пик. Хотя я в первый раз, когда играл, мне показалось ужасно сложно пройти этот квест, потому что оказались все эти драугеры очень-очень сильными. Потому что я рубился с ними на мечах, сами понимаете, начальный уровень, без нормальной брони, без прокачанных навыков. Они меня выносили буквально там за пару ударов, я не успевал ничего сделать. Ну, а как видите, магом, собственно говоря, вообще без проблем это все дело делается. Так. Я думаю, что буду играть либо чистым магом, либо магом уже как бы с примесью каких-то боевых качеств, да? Так, как ему спуститься отсюда? Там у нас мамонт какой-то. Будем прыгать. Опа! Хотя здесь можно, наверное, быстрое перемещение включить, не? Честно говоря, я считаю, что как быстрое перемещение, это такой немножко читерский способ. Хотя его и ввели как бы разработчики игры, но в то же время... Не знаю. Как по мне, это чистое для читерства. Потому что если большой мир как бы сделан, да, то нужно его проходить. А смысл было делать большой мир, если просто быстро перемещаться из точки в точку, то можно было просто поставить локации, да, перемещение и все. И не ходить, не любоваться Скайримом, его видами. А графика, конечно, отменная, хоть у меня и не стоят. Потому что у меня компьютер, как бы, видеокарта не самая новая, но... Тем не менее, графика тут просто великолепная. Просто замечательно. Так, в принципе, мы квест выполнили. Даже два квеста выполнили.
Теперь можно пойти сдать попа. Это у нас кто? Это волчара у нас. Тоже два волка. Да, два, да? Так, ребята, а куда вы? Давайте ко мне, давайте. Так, один получил, второй. Второй сейчас получится. Давай, давай. Волки. Опа, что его ж бедно ваш вес мне так отшмлило. Да, это механика игры, когда здесь начинает. Уша начинает вот так вот плескаться в воде. Тут, конечно, что-то. Так, все, нет? Где-то есть. Да, второго тура. Что ж, полюбуемся пока красотами Скайрима. Что это за звон непонятный? Это так звенит. Ну, там какой-то корень Нарна был или Мирна, который звенел. Под водой не звенит. Так звенит. Под водой не звенит. Так звенит. Под водой не звенит. Странно это, однако. Да, может оленя грохнуть какой-нибудь. Олежка, Олежка. Ну-ка. Это олень, он предпочел самоубийственную смерть. Так, а где ты есть, малышка? Он не умер, я надеюсь. Да, он делся еще. Я не удивлюсь, если олень здесь под дну сейчас побежал куда-нибудь. Да, ну что мне, честно говоря, безумно нравится, то что здесь персонаж может плавать. Это, конечно, суперски. Так, так, так. Какие-то там враги. На горизонте. Аж трое. И судя по тому, как они быстро перемещаются, это скорее всего какие-нибудь звери. Да. Надо посмотреть, где мы вообще находимся. Ну, было бы, конечно, интересно здесь, чтобы карта открывалась не вся сразу, а как-то по мере, наверное, по мере прохождения было бы интересно лично мне. Так, это у нас Нейтран, ветреный пик. А это мы оказались с противоположной стороны, да? Здесь у нас полкрит. Там понятно, что... Ну, я думаю, что я сейчас просто немножко прогуляюсь. И сначала сохранимся. Прогуляюсь, может быть, встречу интересных персонажей, подкачаю навыки с помощью этих интересных персонажей. Вот здесь что-то интересное, кстати, камень леди. Интересно, что это? Так. Быстрее восстанавливать здоровье и запас сил. А, только один знак. Нет, пока, наверное, нет. Надо посмотреть, какие там знаки есть вообще, я уже не помню, что там есть. Выбрать для себя знак. Да, здесь у нас глубинный или нал, скелет, он что, плавает? Да, ну да. Нет, это просто скелет. Это не живой скелет, я думал, что живой скелет плавает. Плавался. Что это за нормативный тип скелет? Да, что здесь у нас происходит? А чем интересны игры типа Skyrim, Morrowind? Тем, что здесь открытый огромный мир, и можно идти куда хочешь, делать что хочешь. И кто как бы не заставляет проходить именно задания, которые
сюжетные квесты, да, то есть можно проходить, а можно не проходить, можно на время на них забить, вообще заниматься какими-то своими делами, просто там ходить, ресурсы собирать для алхимии, да. Просто таких там бандитов убивать, еще что-то делать, можно самому бандитом стать, грабить мирное население и там убивать охрану, то есть никто не запрещает, правда есть определенные здесь законы, которые это регулируют, что если вы украли или кого-то убили мирного, то на вас могут обидеться представители закона и даже посадить вас в тюрьму. А, ну, в принципе, нормальная реакция, да? Так, что это такое бросить? Зайти можно? Ну и, как правило, любые вот эти все катакомбы, все там различные, как сейчас какие-то крепости заброшенные. Все это является квестовыми такими, как правило, местами. То есть, как правило, кто-то дает какой-то квест, что-то нужно там нести, как правило, из этих мест. Поэтому бывает даже такое, что можно зайти, всех убивать, квестовый предмет потом выкинуть за ненадобностью. Вы не знаете, что это за предмет. А кажется, что он был очень-очень нужен. Такое тоже бывает, к сожалению. Поэтому я стараюсь так вот особо там не ходить без надобности. Ух ты, нифига себе. Что-то я здесь не был раньше, честно говоря. Что-то такое интересное. Так, что-то здесь страшно. Ага, вот выход, да? 30-й, хорошо. Что-то мне как-то из мурашки такого убились. Стоит какой-то распятый. Чего там есть распятый? Так, его не видно. Куча скелетов. Куча скелетов. Так, 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 так. Так. Да. Помещения большие довольно. Мне нравилось не столько даже играть в Skyrim, скорее, сколько создавать свои модификации, создавать какие-то крепости, свои замки. Там у нас скелет что-то, да? Ты что-нибудь слышишь? Ничего не слышу. А, это у нас маг там, да? Просто скелет. Раза, он у нас маг холода. Некромант, ой-ей. Некромант новичок. Нет, с некромантом нам, пожалуй, еще не справиться сейчас. Новичок, тем более, а мы. А мы тогда квест его некромант ночью. Магия не слабая, скажем так, магия холода, да? Так, а у нас сейчас нет с собой никаких заклинаний по вызову скелета, ничего такого. Поэтому нам придется, наверное, просто отсюда убраться пока что. Так как даже некроманта новичка вынести навряд ли я сейчас смогу на этом уровне сложности. Хотя, если взять в руки какой-нибудь топорик, то почему бы и нет? Можно, конечно, попробовать. У нас персонаж может быть развит и как бы разносторонний, да? Так, ну не попробовать, что мы можем сделать? Хорошее оружие. Кстати, где-то писалось его звание. Я не помню, где это писалось, честно говоря. Магия. Так. У нас, кстати, есть болезнь, каменная подагра. Я, честно говоря, не помню, где лечить болезненно. Я, наверное, еще никогда не лечился.
Ожидание зомби. Так, можем попробуем сейчас посмотреть. Что у нас получится с оружием? Сколько мы получим? Так, двуручный меч можно взять, конечно. И возьмем голову. И возьмем. Сейчас посмотрим. Да, но у нас запас сил слабенький, поэтому он навряд ли сможет сейчас что-то сделать. Ну, давайте попробуем там что-то сделать. Главное убить некроманта. Там скелет уже, я так понимаю, сам развалится. Потому что если мы убьем сейчас скелета, он вызовет другого скелета. И будет все очень-очень плачевно. Так, ну-ка, где там некроман? Где твой хозяин, а? Скелетик. А, так скелет уже поудохли там. Все, развалился сразу. Скелет там вообще поудохли было, кажется. Да. Хорошо. Пойдем за некромантом. Смотрим, где он там у нас улетает. Так, теперь должен быть где-то здесь. Вот. Не стоило сюда приходить. Да неужели? Ну давай посмотрим, кто сильнее. Ты или я. Ну да, он сильнее меня. Он сильнее меня, не спорим. Что там? О, сколько вас там? Ой-ой-ой. У вас там очень много, ребята. Не-не-не-не. Я приду к вам попозже, чуть не сейчас. Очень много, они меня замораживают сразу. С вами мне не одолеть, это одного. Даже новичка не одолеть сейчас. Да уж, я не говорю о драконах. Но, честно говоря, вот что мне нравится в этой игре, так как они сделали дракона. Действительно сделано. Как-то мне очень-очень даже неплохо. Зрелищно. Так, зря мы сюда сунулись. Рано нам сюда еще соваться с нашими-то возможностями. Хотя здесь игра такая, что автолевинг, то есть подстраиваться под уровень игрока. То есть, если у вас большой уровень, то и персонажи ваши другие будут более высокого уровня вам встречаться. Если низкий уровень, соответственно, они будут более низкого уровня. Поэтому возможно, что можно и так пройти, конечно, это можно. Но это надо, конечно, зелья всякого там. Это надо заклинаний накупить. Какие-то как вызов зомби, там, астронахов каких-нибудь. Может даже спутника взять с собой какого-нибудь. Ну, если бы я, допустим, зашел сюда и со своим лютоволком, со своим спутником, а мод, который я рассказывал, то я думаю, что легко бы он всех вынес, потому что он у меня вообще-то такая зверюга, немного читерский мод, потому что очень так лисица. Лисица мы сможем грохнуть или нет?
Смогли бы, да, но она убежала от нас. Так. Нижний. А, это, по-моему, с синебородом как-то идти надо будет, да? И как там? Седобороды, я уже не помню. Да, в общем, так блуждать, конечно, уже очень много, поэтому просто-напросто воспользуемся быстрым переходом, который является немного читерским средством, как по мне, и перенесемся в Айтран. Сдадим квест. Отдадим наш драконий камень, который, за которым нас послали. Ну, честно говоря, здесь, конечно, в этой игре, как у меня, алхимия немножко страдает по сравнению с предыдущими версиями. Хотя, я не помню, занимался, по-моему, здесь алхимией, да. Немножко другой принцип алхимии, когда нужно сначала есть разные ингредиенты и узнаешь их потом свойства, там соединяешь несколько ингредиентов с одинаковыми свойствами и с разными получаешь зелье. Но хотя изначально в Моровинде алхимия это была чисто такой читерский, я бы тоже сказал, способ, потому что там можно было зелья увеличивать почти до бесконечности, и их характеристики плюсовались, и можно было себе увеличить сразу плюс 1000 там силы, плюс 1000 там, даже не 1000, а много тысяч жизни и магии, поэтому, как по мне, чистой воды читерство, потому что там и денег можно было на алхимии очень много заработать, и... но в то же время это все сделано, конечно, в самой игре разработчиками, поэтому читерством не является. Если хочешь чего прикупить, у меня знаю. Есть. Я, честно говоря, когда играл в Моровинд, я алхимией не занимался, может только чуть-чуть, но никак не делал вот эти все зелья, которые добавляют очень много маны, очень много сил, здоровья, потому что неинтересно потом уже играть. Так, мне надо у кого-то помечиться, я так понимаю, да? Может мне Талос как-то вылечить? Ага, отлично. Отлично, отлично, отлично. Сейчас посмотрим. Да, он нас излечил. Излечил нас от всех болезней. Спасибо, великий Талос, тебе. Да, спасибо Талосу. Спасибо за излечение. Нельзя встать на колени, можно только пригнуться, как ворюга, к сожалению. Ай-яй-яй, да просто лица. Так, ну что, я думаю, самую первую серию я буду на этом заканчивать. Там я уже сдам этот квест, и потому что сейчас уже ночь, как видим, да, там скорее всего все спят в драконьем пределе. Поэтому Ярва мы сейчас беспокоить не будем, а уже в следующей серии. Говорят, Ульфрик Буревестник убил Верховного Короля своим голосом. Тот помер от его крика. Да, пишет. Интересно. Так, ну все тогда, друзья. Всем пока. До новых встреч. Смотрите выпуски Epic Games на 07.